Добрый день, дорогие друзья, гости, подписчики. Утренний обзор хозяйства. Вот наши собачки сидят. У нас уже здесь нас вот так вот немножко достроился уже. Доски тут еще не доделали. Вот. Здесь у нас уже зерно стоит приготовленное. Уже половину я покормила. Хочу показать, что стало сеном на подстилке. Дождя не было, но они половину его съели. У нас здесь все строятся. Ну что хотел сказать, почему мы вот строим такой удлиненный? Хотели двухэтажный тоже. Но у нас здесь одна вода болотистая, на сваях делать очень дорого. У нас вон тот домик с красной крышей, на сваях сделали. Очень дорого вышло. И там еще с той стороны за дом у нас тоже строится, я потом покажу его. Пристраиваются. Вот. Сейчас посмотрим, что у нас у уток. Кур. Ну вот видите, сено подложено, они тут наковыряли уже, поели его. Съели они порядочно сено. Ну это сено потом будет собираться и уходить в компостную кучу. Сейчас пойдем посмотрим, что внутри у нас. Так, здесь мы будем строить козлятник. Так. Вот у нас такой бардачок, тоже мусор собранный, все от машин, всякая билиберда. Вот наши кролики. Принесли им вкусняшку. Что, мои хорошие? Ну, какие мы выросли. Смотрите, какие мы выросли. Так, сейчас мы вам там насыпем. Кушаем мы хорошо. Потом сено подложим. Водичка есть немножко. Лапку убери. Давай. Бери лапку. Так. Теперь вот этой вот мамке. Здесь плохо открывается. Все убежали у нее. Неудобно одной рукой. Ну, как-то надо. На. Вот останется на потом подсыпать. Ну, так вот у нас кролики. Сейчас пойдем посмотрим у нас, что внутри курятника. Чистенько. Ну, видите, один раз в день посидели, а все нормально. Там что-то там наковыряли. Гнездо там не начали строить. Вот здесь вот пока что нет. У курленька, видите. Вот одно яйцо есть. Одно яйцо есть. У этих куриц, мартышек, что у нас тут? Эти мини-мясные здесь живут. У них ничего нету. Даже здесь нету. Нет ничего. Мини-мясные не несутся. Одно яйцо в день или через день. Вот такая история у нас с мини-мясными. Как говорят, кто-то сглазил. Пошлите козам, посмотрим. Дуняш, пошли к козюлям. Идем к козам. Здесь вот освободили территорию. Начнем копать вольер тарзану. У нас будет здесь стройматериал. Парник у нас тоже будет освобождаться, как я говорила. Тоже мусор сложен. У нас будет освобождаться парник под стройматериал. Вчера я не успела показать, у меня батарейка села, свинку. Свинки мы тоже тут насыпали свеженького сена. Она кушать хорошо стала. Сина, не бодай, сейчас пойдем доиться. Ну, вот видите. Чё, моя красавица? Цыплята потихоньку собакам уходят. Как им хорошо. Чего, мой хороший Яшенька? Утки у нас. Уткам тоже подсыпали. Но они тут их много. Поэтому, видите, уточки наши, которые на подращивание. Черненьких я, наверное, оставлю. Двух. Будь здорова. И одну вот эту вот красавицу, наверное, оставлю. Это у нас на откорм сидит Яшка 2. Ну, вот такие вот. Яшечка у нас растет. Но интерес, как вот и нам тоже майский. Ой, как линяет. Посмотрите. Ну, вот такой вот обзорчик у нас. Небольшой. Сейчас мы доиться пойдем. Мини-мясные. Ой, бройлер. Вот, сейчас покажу вес. Вот посмотрите, как они летают. Кого мне из вас взять, а? Сейчас покажу. Вот подниму. Видите, они летают.
как хотят. Сейчас, секунду, покажу вес. Самых маленьких пока я беру. Собакам. Так, вес у нас... Ну, пожалуйста, 900 грамм. Это я средний. Не надо мне улетать. Видите? Вот такой вес у нас. Наших бройлеров тоже сглазили. Ну, по ходу получается так. На самом деле, есть какая-то энергетика. Перехвалилась я. Ну, а что делать? Снимать-то надо. Снимать-то надо. И показывать людям надо. Да? Хрюшки. Вот так вот они у нас здесь живут. Потихонечку по одной, по две уходят собакам в еду. Свинья тоже. Ну, как свинья. Она такая, средненькая. По своему возрасту она средняя. Не крупная, не мелкая. У нас погода сегодня паршивая. Ничего хорошего. Чего, козюля моя? Сегодня гулять не будем. Сегодня гулять не будем. Ну, на этом я заканчиваю свой сегодняшний обзор. Спасибо огромное вам всем за внимание, что заходите на наш канал и смотрите, как у нас идет наше хозяйство. Все, оставайтесь с нами. Вечером покажем, сегодня будем мусор вывозить, покажем, как, что сегодня мы вечером сделали. Все, пока-пока.